Если ты круто играешь, тогда тебе в Discord сервер Faces Standoff 2. Денежный турнир раз в каждые 2 недели для всех, кто купил подписку на Discord сервер в группе ВКонтакте, перейдя по ссылке в описании. Игра без читеров, фановый режим и рейтинг, и возможность заработать на собственном скилле. Всем привет, с вами я, Скилл и Ниги. Поздоровайся. Всем привет. Мы сегодня обменяемся конфигами с Никитой. Никит, какие параметры у нас будут меняться? И параметры... Получается кастомка, чувствительность и прицел, все. И цвет прицела. Вот сейчас у меня свой конфиг стоит. Суть конфига Ники заключается в том, что вот у меня посадка стрельбы, она высокая, а у него она вот такая вот низкая. У тебя еще на правую, понял? Да. Правая стрельба. А у тебя левая? Да. Это будет капец. Это будет просто капец. Ну что ж, ребят, мы к вам вернемся, как только настроим конфиги. Поехали. Также не забывайте, что если вы делаете репост данного видоса из моей группы ВК, вы получаете роспись. Офай. Люсик, привет, как дела? Никит, ты хотел кое-что сказать. Знаешь, какая фишка? Ну, попозже, давай сначала к конфигам привыкнем. Да, давай проверим, какие все-таки у нас конфиги получились. Интрига будет. Никита что-то придумал. Вау, бля, как это непривычно. Никита, ё-моё, как ты с этим играешь? Никита, бля. Блин. Бля. Смит есть. Блин. Ля, 61. На смотр нажал? Блин, все потом. Воу, что творит? Может тебе надо оставить? Может тебе надо оставить просто мои настройки? Не-не-не, это вообще Unreal. Боже, пачка в апсах. Давай, тащи, брат. Ты коснул. 3 апса. 1 по 1. А, нет, 2 апса. Все, тебе пизда, Никит. Тебе пизда. Я нажимал стрелять, а у меня на осмотр попал. Патроны как тебе? Вот это прикольная фича, если с Авиком играешь. Не, вообще. Блин, ребят, за такое можно просто влепить лайк. Блин, я даже флешку нормально кинул. Это будет полезно для нашей мышечной памяти, может быть. Да не, вообще не полезно, братишка. Ну, это серьезное заявление. Надо наказывать, Никит. За такое, знаешь, за нет, такое, там... надо наказывать. Домой? А, слышь, в натуре. Домой. Сейчас у меня будут деньги на флешку. Я даже не знаю, как закупить. Я покажу тимпапу бобовую флешку. Однажды ты мне ее показал. А, это которая в апсах? Ой, рассказал. Тьфу. Слышь, походу Б закидывать. О, запушу. Прочок. А как у тебя оружие подбирать? Блин, ай. Снизу. Го-го-го. Ссылочка на канал Никиты есть в описании. Куда? Давай, показывай киберспортивный. Все, полетел киберспорт. Все, киберспорт. Главное, я запрыгну сейчас на флаг. Флешечку? Погоди. Затягивай. А, вот. Пика, Никит. Во, вот так вот. А ты боже, чё? Это меня флеш. Там в апсах вроде чел. Боже, я не знаю, как. Хорош. Ты убил? Сюда. Клатч. Никита делает клатч. Никита. Короче, набираем 30 тысяч лайков. Мы идем со скиллом. Дуэль на тренинг аутсайд. В командном бою. На чем? Да, на АВМ. На АВМ, ребят. 30 тысяч лайков. Палец не дотягивается, да? Ну что ж, Ники, давай сделаем камбэк с тобой. Слушай, я думаю, там всего 10 раундов в ряд нам сделать. Сейчас тысячи заберем, несы. Ники, стреляй. Бам-бам-бам. Без шансов, парни. Следующую катку. Тебя понизили? Мы тогда увидимся в следующей катке. Всем привет, дорогие друзья. Это Скилл и Ники. Сегодня мы играем на расте, на конфиге. Взял бы что-нибудь из моего конфига. Нет. Звук бы взял. Знаешь, что бы забрал, где оружие менять? Потому что у меня такое. 2-0-1 фо, я врываюсь, будто гром в дом. 2-0-1-5, цепь на цепь качай. Быстрее. Никит, ну ты капец. Просто надо было встать. Что? Хорош! Домой! Что он творит? Это камбэк. Это заявочка на камбэк. Флешку надо? Бро. Что это? Ой, сюда ворвался. Я сделаю ради тебя камбэк, бро. Ради подписчиков, ради мамы. Давай. Фух, хорош. Все, нормально. Так. Ой, у нашего тела вообще тут съесты. Бля! НТ. Боже, НТ, Ник. Ну это было почти. Вау.
Чувак. Это заслуживает лайка, ребят. Ссылочка на канал Никиты будет в описании. Подписываемся на канал, ставим лайки, парни. И всем набиваем 30 тысяч лайков. Да. И выйдет дуэль. Всем удачи и всем пока.